Вот это вы не видели, если что. Это вырежете потом под трансляцию. Админы, вырежете потом записи. Я это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Обращаюсь всем к вам, модераторским составом. Пишет, что там гнездоголовый. Вот это бан. Все. Вот этих челов сразу бан, то есть пацикам, не давать ни малейшей возможности реабилитировать их в чате. То есть сразу бан и все. Да. Вот такая вот игрушка, бля, попалась в киндер-сюрпризе в шоколадном яичке. Вот такая. Смотри, какая. Это женщина-кошка-самурайка. Must have girls. Бас, плотно, бас, там бас. Тупо с пацанями пивасик наливаем и бухаем, то есть тупо отдыхаем, yeah. Тёлочки молодые, танцуют полуголые. Хотят меня все, а я выпиваю пиво. Все красиво, справедливо, бас, дан. Не, ну со смыслом песня действительно, да. Это рэпчик-то того времени, то есть, да, то, что думал, то и пел. То есть, да, читал, то есть, в смысле, рэповал. То есть, понял, хасл, махасл, то есть, жесть. А, это музыка души, так сказать. У меня иначе не бывает. ТТПС двоеточие слэш слэш яуту точка бы слэш ун в 252 FQ. Теперь я сейчас, сука, буду всех вот это, сука, банить, сука. Мужчина, сердце плохо мокрое. Смазка, я обосрался. Сидишь там, девчачина, твои волосы стриг, уебище, иди ты. Брат, сука, это брат. Я Даня! Ой, сука, брат. Хай, Даня. Хай, Гюс.
Да все нормально. Хвала Всевышнему. Когда человек понимает, за что благодарить Всевышнего, то это хорошо. Да, это точно не то слово. Я вот тоже на Авито нашел коляску дешевле других, и она по качеству не хуже тех, которые были дороже, чем она. Действительно, здесь есть похвала. Ничего страшного. Главное в нашей жизни никогда не терять себя. Когда есть то, что есть, значит, есть то, что будет. Понимаете, о чем я? Потому что, как гласит древнее сказание мифологии, то есть, да, так называемого древнегреческого римлянина, то, что если земля созидает на наши лики, то мы видим, как... Ладно, забыл. Шмейшенко, летчик-истребитель первого класса. Я вам так натяну, да не пересадить будете. Вопросы имеются, хрен. Вас прислали на перевоспитание. И будьте уверены, мы вас перевоспитаем. У, сука. Ладно, быдло. Сосать. Мы вас пустим с поводка. Добро пожаловать в салон красоты. О, вот это тебе как раз будете надо. Прям как милашка. Будешь хоть на человека похож. Эй, мне тоже? У меня там нечего стричь. Рот закрой, лысый. Это у меня, что ли? Да. Посиди и подумай над своим поведением. За что, сука? За что, тварь? Молодец, братан, так и все. И больше не раз уделал. Блядь. Ай-яй-яй. Сука, лай. Пошли, скалета. Сортиры сами не помоют. Сука. Я не буду мыть ничего. Ты у нас новая уборщица, да? Да пошел ты. А ну заткнули все пасти, ну! Да ладно, ребята, я немного распеваю. И поживее, чтоб сверкали. Чисти говно, блядь, на. Мне запрещено. Вилка, что ли? Да мне запрещено. Чисти говно, садись уже. Мне запрещено трогать их. Чисто было. Как я буду вилкой то чистить? Чисти. Да мне запрещено, я бы почистил, но мне запрещено. Что чисти? Они сказали вот так вот. Трогать запрещено. Мне запрещено. Тебе так в карте не понравилось, что ли? Да мне трогать запрещено. Давай. Как я буду трогать, если мне запрещено? Запретили. Ну мне нельзя. Драй, да. Так-то лучше, блядь, чтоб сверкало. Да все не узнают девки, по запретам. Вот это вы не видели, если что. Это вырежете потом по трансляции. Админы, вырежете потом записи. О, так ты что, на своем месте опять что ли, вернулся к истокам? Пошел нахуй. Прям дело. Драй давай. Хуже будет. Трогать запрещено, я нарушаю. Девки, я не хотел, меня заставили. Меня под запретом все. Эй, а это чего грязный? Да мне запрещено, ой, сука! Блять. Я это все, ну, осуждаю. Ладно, хватит. Дай Богдану толчки почистить. Теперь марш в душевую к остальному стаду. Шагом марш! Ну тут, по-моему, тебе все. То есть ты уже, ну все, типа. Ты что, дебил? Я просто подсказался, жец. Да ёбаный Макрон, блядь! Коллективный запад, коллективный пидор. Вау! Блять. Умничка. Оу, май френд. С тебя хватит. Ты шо, сука? Спасибо, Рэпсики. Спасибо за донатную поддержку. А теперь я его... Ай-яй-яй, мама. Вот это все. Знаешь, вот как тебе сказать? Ты же не можешь всю жизнь ходить в одних носках, в одних штанах, в одной шапке, в одной куртке, да? Так само и с женщинами.
Поэтому ничего, как глубокого сочувствуешь, сосу сейчас... Соси, правильно ты хотел сказать? Соси. Нет, сочувствие. Соболезнование. Я не могу выразить тем людям, которые вместо того, чтобы наслаждаться женщинами, женились. Хотя, ты знаешь, я уважаю тех людей, кто женат, но находит время на других женщин. Это поистине мудрые люди. Ну, таких процентов 98 в мире женатых, среди женатых мужчин, которые уважают себя как мужчину, и у них есть то, что показать женщине, показать себя. Ведь каждая женщина в жизни мужчины, она королевна. А мужчина для нее принц, король. Это прекрасно. Вот эти сказки. Привет, деда. Расстался примерно год назад. О, после этого я решил пробовать дальше и дальше. В итоге я сейчас смотрю тебя вместе со своим парнем. Да блин. Блять! Трожь, пожалуйста. Что делать? Да что за... Вставай, ты еще не готов. В этот раз я не буду нежничать. Что по дешевке тут есть, по скидкам? Есть по промокоду что-нибудь? Называйте меня Надька Большой Зад. Я Надька Большой Сочный Зад сексуальный. Я Надька. Пацики, пацики, молодежь. Я сегодня пожилая Надюха. Я Надька Большой Сочный Красивый Задочек. Да. Я Надюха. Кто хочет меня? Я Наденька Красавица с Большой Жопой. Хотите Надьку? Я здесь. Я ваша личная Надюха. Смотри, куда прешь. Я Надька, сука, я женщина. Да, я женщина. Я Наденька. О, привет, батя. Что там у тебя показывают? Осуждаю, вот что. Надька, пришла, открывай. Я... Лё, лёг какой. Лё, это масло. Лё, посмотри. Лё, притча как лё. Притча блатная. Лё, Лэг! Это Лэг натуральный, сука! Он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот он. Надька, вот ты говоришь, что все, кто живет в квартирах, это чемары. Не могу понять, кому ты так думаешь. Квартира — это здорово. А как относишься к тому, что Путин со своей семьей жил в квартире? А вот это, дружочек, это самое. Так, ты знаешь, все люди, когда у них сложные времена в жизни, живут в квартирах. Я тоже когда-то в квартире жил. One moment, my baby. Пуки, пуки, пуки. Oh, my bro. Да нет, он... Ты что, дебил? One moment, my baby. Oh, my пуки. Пуки, пуки. Пуки, стан. О, my baby. Шизобрый. Как ты думаешь, если бы полный грузовик ты бы вез ломоды, у тебя бы секс был один день или два за такой полный грузовик ломоды? Че ты сказал? Че? Ты что-то сказала или что? Не, ничего. Sorry, sorry, man, I'm moving my baby. I'm Pookie, Pookie, Pookie. I am Pookie Stan. Oh. Я сейчас немножко просто, на секунду просто, извини, да? Можно? Чё ты хочешь? Pookie, 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 Pookie. Очередное заседание клуба лысых объявляю открытым. Это, сука, бан. И, наконец, вышли. Ну, это моя фотка. Шестая ступень эволюции. Да здравствует Homo lysicus! Ура, товарищи! Высшая ступень. И, наконец, Homo sapiens. Ну, это бан, уебище. Это бан.
Сейчас будет что-то неизбежное. Чё? Сейчас, подожди. Чё такое? Ты чё, дебил? Дурак. Ладно, ребятки, все, спокойночки, пока всем. Спасибо за поддержку, спасибо, что были со мной. Всего вам доброго, всего хорошего, светлого, нежного и теплого. Целую, обнимаю, всем до свидания. Пока-пока. Спасибо за донат Фелу с вот таким вот ником за 154 рубля. Спасибо за 50 рублей Никите. Такую нарезку я делал, где он побеждал. Есть на канале. Просто их очень мало, таких моментов. Нарезок было мало, потому что стримов было мало. И они были очень короткие.